Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Просимов Артем, а на интервью у нас тренер команды «Авангард» Денис Путран. И первый вопрос, хотелось бы сразу спросить, с чем связана такая, не то чтобы низкая ротация, в том плане, что две замены, как я видел, да, было? Верно? Да, две замены, вот, да. И под конец они только начали ребята выходить. Ну, на самом деле, они не под конец, если мы так посмотрим, то есть, как бы, на замену было три, да. Uh-huh. В первом тайме, получается, мы меняли только один фланг. Ну, я, честно говорю, я рассчитывал на Серегу Костина, ну, немножко у него сегодня чуть-чуть не пошло, мне кажется, он чуть-чуть подуставший был, скажем честно. Вот, его не хватало, его, вот именно той боеспособности, которую он всегда вырывает по краям и все такое. Сегодня такого не было. Хотя, опять же, и мало мячей, мне кажется, он просил именно. Вот. Да, я хочу добавить просто, что просто в первом тайме он был, да, немного хорошо прям заметен, как и всегда. Во втором тайме я и в трансляции упоминал, что потерялся он очень сильно вообще в игре. Я видел только там, ну, буквально трех действующих лиц во втором тайме. Это Епрынцев, ну и там еще парочку ребят. Вот, и... Павел Левов хорошо. Да, хорошо вообще. Вот. И... И тогда еще один вопрос. Вот и вы, и Космос поедете на чемпионат мира, да, да, верно. И получается, будете участвовать в одном турнире про. Если вы там встретитесь, будет ли это для вас, ну, уже немного принципиальный матч? Все-таки сейчас я уже и тогда сказал, что это очень хороший матч был по содержательности. Думаю, вы хотите взять реванш, да? Ну, реванш – это одно. Во-вторых, мы сделаем, наверное, некоторые коррективы, которые по этой игре, потому что в любом случае мы будем пересматривать эту игру. То есть я лично буду пересматривать эту игру, сделаю какие-то заметки себе. Постараюсь это внести тоже в команду. То есть, так что будем, конечно, любая игра, которая проиграна, и потом еще раз ты встречаешься с этим соперником, то настрой идет совсем другой. И... ребята, тем более они молодые, у них глаза горят, и у них настрой всегда победить после того, как... Да, мы команду «Авангард» уже сколько знаем. Знаем ее как ту команду, которая, во-первых, никогда не сдается, а во-вторых, у них очень часто вот этот прилив энергии, это просто что-то неимоверное. А, еще хотелось бы очень хорошо такой момент упомянуть, это просто вот там вот было, и вот на этих воротах, там в девятку, как они чуть не зарядили, я просто был в шоке, это было очень красиво, это было просто великолепно, если бы это были голы, это были бы самые лучшие голы, поэтому хочу вам пожелать удачи и всего вам хорошего. Спасибо.